Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Очередной выпуск видеоприложения к журналам «Рыболов» и «Рыболов Элит» мы открываем сюжетом о рыбе, которая знакома всем. Щука. Ее популярности нет равных. Бесконечное число рыбацких приспособлений, позволяющих бороться с этой прожорливой хищницей. Мы уже не раз рассказывали о них и будем возвращаться к этой теме впредь. Ведь тема эта, с одной стороны, неисчерпаема, с другой стороны, всегда актуальна. Потому что умение охотиться на эту зубастую жадину является мерилом рыбацкого мастерства. Акулы, тунцы, марлины, королевские лососи, таймени – это все, конечно, здорово, но слишком часто недоступно. Зато щука – это наше все, всегда и повсеместно. Итак, еще одна подсказка тем, кто захочет пополнить список своих побед этим истинно народным трофеем. Мы находимся на берегу небольшого мелководного водоема, и наша цель сегодня – это ловля крупной щуки. Живцовая удочка, которую мы применяем, в общем, достаточно проста. Интересен сам монтаж, на который мы будем, собственно, который мы и будем оснащать окунь. Это петля из поводкового материала с тремя крючками. Верхний крючок, который будет поддет под верхний плавник окуня, свободно перемещается по этой петле. Снизу два дополнительных тройника, которые будут находиться как раз под брюхом живца, и в случае хватки щуки у нее очень мало шансов освободиться. Поплавок скользящий свободно скользит по леске, и нам осталось поставить ограничивающую дробинку, чтобы определить глубину, на которой мы будем ловить. Вот такой обычной дробинкой мы ограничили глубину ловли. Поскольку водоем мелководный, вполне достаточно вот такого спуска. Озеро не только мелководное, но и порядком закоряженное. Живца нельзя опускать ко дну. Кстати, о живцах. Идеально подойдет 100-граммовый окунек. Он живуч, подвижен на крючке, и здешние щуки не в диковинку. Для крупной плотвы такой монтаж тоже подходит. А вот для уклейки будет тяжеловато. Тут нужен не крупный, а одинарный крючок. И к тому же нежная уклейка не выдерживает резких забросов. Мы помещаем нашего живца внутрь петли. И первым делом цепляем верхний тройник под спинку. А дальше нам остается подтянуть петлю так, чтобы два нижних крючка оказались как раз под брюхом рыбки. Преимущество этого монтажа, во-первых, в том, что мы можем делать достаточно резкие забросы, и, несмотря на обилие железа на этой рыбке, живец достаточно долго сохраняется живым и активным. Живец надежно держится в петле и практически не срывается при забросе. Громкий всплеск на поверхности воды – ловли не помеха. Как известно, щука – существо крайне любопытное. Известно много случаев, когда щука выходила из укрытия на шум лодочного мотора и хватала идущую за кормой блесну. И вот уже поплавок пошел гулять по водной глади озера, иногда замирая на месте. Живец стремится найти хоть какое-то подводное укрытие. Если поплавок надолго остановился у торчащего из воды пучка травы или полузатопленной коряги, значит, рыбке удалось спрятаться. Тогда стоит слегка поддернуть или даже перезабросить снасть. Грузоподъемность поплавка подбирается таким образом, чтобы живец мог лишь слегка притопить его. А вот при поклевке желтый шарик обычно полностью исчезает под водой. Подсекать нужно при прямом контакте с рыбой. Первая щука ведет себя бойко и никак не желает сдаваться. После подсечки она устремляется к корягам, и вывести ее на чистое место не так-то просто. Но действовать можно напористо. Хищница вряд ли сойдет.
Как видите, все три тройника надежно сидят в глубине зубастой пасти. А живец, кстати, пропал бесследно. Внешний вид трофея магически действует на приятелей рыболовов. Уже появились последователи. Андрей оснастил удилище так же, вот только поплавок у него другой формы. Он, пожалуй, доставит больше хлопот рыболову, поскольку будет чаще нырять под воду, если живец окажется чересчур бойким. Заброс, и вот уже два поплавка отправились в путешествие по поверхности озера, то сближаясь, то разбегаясь в разные стороны. Живец на удочке Андрея ведет себя подозрительно, не иначе почуял приближающуюся опасность. Поклевка. Теперь очередь Андрея принимать поздравления. Без экстрактора тут не обойтись. После поимки нескольких щук оснастки изрядно достаются от острых щучьих зубов. Но изготовить новую – дело нескольких минут. Сначала из поводкового материала делается петля на одном конце будущей оснастки. Для этого поводок продевается в гильзу, формируется петля, и поводок пропускается в обратном направлении. Но это еще не все. Чтобы петля не подвела при встрече со стоящим трофеем, ее еще раз продевают сквозь гильзу. Теперь регулируется размер петли и подтягивается свободный хвостик. Гильза зажимается при помощи плоскогубцев в двух перпендикулярных плоскостях. Теперь отмеряется примерно полметра поводкового материала, отрезается, и на другом конце формируется точно такая же петля. Получился длинный поводок с двумя петлями на концах. Через ушко на поводок нанизывается три тройника. Если собираетесь ловить на мелкого живца, вполне можно обойтись и двумя тройниками. В один из крайних тройников вновь продевается конец поводка. Благо, петля свободно проходит в ушко. Делается несколько оборотов поводка вокруг цевья. Верхний крючок зафиксирован, но при этом может с усилием перемещаться вверх-вниз по оснастке, в зависимости от размера живца. Остается накинуть обе петли на дужку застежки, и оснастка готова. Заброс снасти, и живец снова пускается в опасное плавание. Удилище теперь более мощное, и живец крупнее. С таким делать забросы легче, да и плетенная леска весьма кстати. Спиннингисты продолжают хлестать водоем с завидным упорством. Как оказалось, у одного из них при вываживании откусила приманку хорошая щука. Очевидно, ловил без металлического поводка. Через несколько минут резкая поклевка на живцовую удочку. Когда удается подвести щуку к берегу, рыболова ждет настоящий сюрприз. А вы знаете, что у ней? Пресная мушка. Мука. Неужели? Серьезно. Моя синяя с белым, да. Андрея. Каких только чудес не бывает на рыбалке. Едва выйдя живой из опасной переделки, да еще засевшей в пасти железякой, разбойница тут же попыталась наброситься на новую жертву. Вот уж правда, жадность до добра не доводит. Новый живец намного крупнее предыдущих. Придется усилить стопор поплавка дополнительной дробинкой, чтобы не проскальзывала леска. А грузоподъемности пустотелого шарика оказывается вполне достаточно даже для этого гиганта.
Посмотрим, знают ли здешние щуки поговорку «Большому куску рот радуется». Теперь поклевке пришлось ждать дольше. Но удилище, установленное на стойку, не тянет руку. Только изредка приходится выбирать провис лески, если живец устремляется к берегу. Долгожданная поклевка. На этот раз на том конце лески чувствуется трофей посерьезнее. Подведя трофей к берегу, рыболов вынимает щуку прямо за поводок. Подсачек при таком монтаже не обязателен. Снова предстоит кропотливая операция по извлечению крючков. Но если заготовить запасные оснастки, можно поступить проще. Расстегнуть застежку и оставить измочаленный поводок в пасти хищницы. Итак, как видите, наши надежды оправдались. На среднего размера окуня брала щука в основном крупных размеров. Мы очень быстро нашли самое перспективное место на водоеме, делая дальние забросы и потихоньку подтаскивая поплавок к берегу. В конце концов, наш монтаж несколько пострадал от острых щучьих зубов, но я думаю, это вполне нормальная компенсация за то удовольствие, которое мы получили. Редакция журналов «Рыболов» и «Рыболов Элит» имеют давнюю традицию. Вот уже несколько лет вместе с руководством спортивно-оздоровительной базы «Дельта» мы проводим на Ахтубе рыболовные фестивали. Каждый весенний фестиваль – это символическое начало сезона ловли по открытой воде. Об этом наш следующий сюжет. Начало апреля на Ахтубе, как обычно, сопровождалось переменами в погоде. Первый день участники фестиваля разогревались, чем Бог послал на ветру и волне под частым осенним дождичком. Рыба в реке брать отказывалась, видно, состояние у нее было подавленное, ломило плавники и пересохло в жабрах. Народ понахучивее рванул на внутренние водоемы за щукой и окунем. И не прогадал. Здесь почти не было ветра. Под ногами хрустела пожухлая трава, и непонятно было, то ли весна на дворе, то ли осень. В такого типа небольшие пойменные озера рыбы заходят во время половодья. Где-то в июне после спада воды здесь можно будет поймать щуку и на 5 килограмм. А сейчас осталась некрупная рыба, миновавшая сети местных рыболовов, да и то и немного. Но, как говорят, на безрыбье и пескарь за сама сойдет. Потому мы и макаем в темную воду воблеры и вертушки и радуемся даже небольшим щучкам и окуням.